Всем привет! Это пятая серия Oxygen at Included Space DLC, Spaced Out, или как он там называется. Так, сразу к делу приступим. Значит, планы у меня расширить эти лизерки. Здесь я сейчас подготовлю комнаты, и у меня будет еще две лизерки здесь и тут и там. Внизу будут складские помещения. Это мы сейчас передвинем все туда. Так, работаем на максимальной скорости. Давайте здесь застроим вот это вот все. Дело. Я хочу эту воду вправо немножечко сдвинуть. Посмотрим, как это, насколько это хорошо получится. Так, давайте эти ямы помойные перенесем. Чтобы их там не было. У меня строителей не хватает. Мне нужен еще повар. Очень мало дубликантов. Снабжает, надет костюм, декорирование. Ну, интересный персонаж, но... Ну нет. Подождем следующего. Так, еще бы хорошо бы все клетки сделать из гранита. Они у меня сейчас из песчаника. Гранит улучшает декор. В разы. Так. Скульптура надо поставить. Давайте. Как бы это все облагородить. Маленькие скульптурки. И еще у нас есть холсты. О, отлично. Вот так будет. Так, здесь провода, мы их уничтожим. Водородный генератор я перенес направо, чтобы он тут не мешался. Здесь еще надо все это подмести. Так, давайте. А, ну здесь все. Я продолжаю строить из песчаника. Это лучше из гранита. Из гранита лучше, потому что... Декорирование улучшается, декор улучшается. Так, тут у меня туалет, я облагораживаю. Здесь одна статуя влезет. Еще мы вот выставили там гипсокартон с песчаника. Гипсокартон никак не влияет на декор. Поэтому можно его из песчаника делать. Давайте здесь тоже, так скажем, облагородим кухоньку. Еще. Надо у меня драконов выращивать, правильно? Где-нибудь. Давайте вот здесь копнемся. И поставим здесь для драконов. Так, перенос туда. Кормушка, кормить их будем, наверное, этим пищевым деревом, потому что тогда у нас получится другое, ничего расти не будет. Да, они кроме колючий прессовый орешник, бальзамили, пищевое дерево. Так, станцию существ поставим и станцию для стрижки. Так, а здесь у нас будет агроклетка. Я повара никак не могу дождаться. Золотые двери у нас будут. Давайте пока откроем эту всю ерунду и заодно подметем то, что здесь находится. Так, что-то мы унести не можем, да? Это снести, пожалуйста. Еще для копателей нам нужно местечко где-нибудь
Так, это что-то вода у нас здесь полилась. Я откопал что-то. Давайте это вытрем. Это что-то мы вытрем. Так, спуск у нас здесь есть. Давайте вот это закопаем. Лестницу мы сюда вниз сделали. Сейчас попробуем, сместиться это все или не сместиться. А, нужно вот эту вот убрать. Потому что здесь стена. Но здесь у нас исключительно склады будут. Так, давайте начну ручной насос сюда. Здесь у нас вода вылилась. Сейчас мы это подметем. Еще знаете что? Пока здесь... Пока здесь воронка холодного пара не рабочая, надо выкачать все отсюда. Кстати, давайте в резервуар это все зафигарим. Так, я надеюсь, мне хватит электричества на все про все. Не уверен, что здесь они дотянутся. Резервуар зря снес. Так, температура высокая. Это туда. Так. Потом это все снесем. Внизу здесь вода разлилась, если вы помните, не так давно. Поэтому, чтобы от нее здесь избавиться, давайте ее перельем сюда. А, так, здесь лестница нужна, потому что иначе они не достанут. Здесь у нас проводулька есть. Давайте вот так вот сюда. Это займет какое-то время для строительства, так что... Не переключайтесь. У нас по одному навыку добавилось дубликантов. Дубликантам давайте их сейчас... тренировку в экзокостюмах вкачаем. Если есть такая возможность. Надет костюм. Отлично. Первый уже может носиться как угорелый. Дубликант Лиам проявляет интерес к изучению навыка тренировки в экзокостюмах. Освоив его, он получит бонус к морального духа. Давайте еще одного земледела построим. Потому что у меня есть один, но он занимается... Но его хорошо бы переназначить на животноводство. Ладно. Пусть будет 8-й. Давно я никого не создавал. Джошуа. Так, земледелие. Плюсик. Сейчас мы ему шапку дадим. И... В приоритетах назначим, чтобы он занимался земледелием. Так, это вверх. Так, мы закончили здесь перестройку нашего бассейна. Теперь, что у нас получается? Здесь у нас пожарный шест проходит и лестница. Мы можем это довести до самого низа. Так, а здесь у нас будут комнатки. Давайте, ребятки, знаете, что сделаем? Заменим, наверное, эти двери на механические шлюзы, чтобы у нас здесь... По базе не распространялся отрицательный декор. Так, у нас готов первый лев. Давайте сюда перетащим существо. Драконов, детеныш дракона на максимум. Я не знаю, наверное, тут всего можно только
два дракона держать. Территория слишком маленькая, нет, или три. Ну ладно, без разницы. Короче, сколько влезет, столько влезет. Давайте 4 дракона и еще одну комнатку откроем. Здесь вторую построим. Так. Раз, два, три. Потому что нам их еще кормить надо. Отлавливаем еще немножечко драконов. Что-то у меня их много прям на базе. Сейчас сострижем. И у нас будет тростниковое волокно. Теперь единственное, нужно туда водороду нагнать, чтобы они не просто так ползали, а еще и шерсть у них росла. Так, здесь мы создадим для копателей. Подождите. Для копателей комнатку. И нам нужна теперь кормушка. Одна штука. Так. Это лучше все заменить на гранит. У меня здесь и так все в граните. Хорошо. Здесь мы тоже меняем на гранит. Существо. Детеныш копателя на девятку. И сам копатель. Так, скормить его чем можно? Чем угодно, да? Песок, песчаник. Вот песчаник мы будем кормить. Детеныш копателя. Песчаник. Так, давайте соберем здесь парочку копателей, которые как попало живут. Этих забираем. У нас ребята уже все бритые. Итак, здесь мы полностью, значит, выкачали весь газ. Поэтому уничтожаем строение и трубы. Это куда я залез на карту солнечную. Теперь у нас здесь вакуум и будет только пар распространяться. Вот, здесь нужно как-то это все дело охлаждать теперь. Так-с. Давайте еще построим одну комнату для копателей. Золотую внизу у нас здесь будет. Наша база расширяется вверх и вниз. И наконец, чтобы они не бегали у меня по базе, пусть у них будут места. Так, для проживания. Одна комната у меня уже есть, сейчас будет вторая. Давайте их всех отловим. Яйца, к сожалению, пока мы... Ну, яйца пока трогать не будем. Так, скопателей просто уйма. Так, на этом мы завершим, наверное, сегодняшнюю серию. Что у нас получилось? Построить... Лев для копателей, для драконов. Затем мы здесь выкачали газ, осушили водоем, который не нужен. Построили заготовку под лизерку. Теперь в следующей серии будем добывать вот этот вот природный газ.
и выходить наружу. Я, кстати, не знаю, как вообще продолжать исследование здесь. Потому что вот эта желтая фигня, это что-то новенькое для меня. Наверное, здесь есть что-то, что дает эти очки исследований желтые. Я вот думаю, не вот это ли фигня? Нет, не эта фигня, а которая с помощью радиации что-то там открывает. Кто в курсе, как добыть желтые очки исследования, напишите в комментариях. Вот это вот, наверное. Если я не ошибаюсь, я просто Википедию не читал. Все это... А, ну это оранжевые. Это не желтые, вот желтые. Исследование материалов. Углубленное исследование, исследование материалов. Позволяет накапливать очки исследования материалов, открывать изучение продвинутых технологий. Но это, видите, связано с радиацией. Терминал для изучения материалов. Я вот не знаю. Это, вот эту ерунду, что ли, нужно построить? Такую дуру. И типа появятся очки исследования из каких-то радиоактивных материалов получать. Давайте посмотрим, погодите, перед окончанием. В общем, построил я этот терминал. Написано, что нужны радоболы. Требуются радоболы. И единственное, как я могу их добывать? Логика мне подсказывает, что нужно строить ферму с блестячками. И вот у них радиация. И добывать таким способом эти радоболы, чтобы продолжить исследование. Если есть какие-то еще варианты, тоже пишите в комментариях. Если нравится контент, ставьте лайки. По лайкам я определяю, продолжать или не продолжать. Набираем больше 15 лайков. Делаю следующую серию. Спасибо за просмотр. Пока-пока.